Здравствуйте, я Андрей Кофтун, приветствую вас в рубрике «Акции». Скажите мне, часто ли вы участвуете в различных акциях? Я думаю, что нет, потому что практически все люди боятся различных разводов. Теперь я вам задам второй вопрос, доверяете ли вы площадке AliExpress? Я думаю, что большинство ответят «да». Так вот, о чем я вам сегодня хочу рассказать. Одна из самых крупных торговых площадок Китая 25 августа устраивает здоровенную акцию. Суть ее заключается в том, что большинство ранее рассматриваемых моделей вы сможете купить всего-навсего за 6 баксов. Вернее, $5.99. Да, такую цену получат далеко не все, а настоящие счастливчики. Но почему бы не попытаться, что вам стоит принять участие в акции? Все, что вам нужно сделать, это взять смартфон и добавить товар в корзину. Да, вам не послышалось, нужно взять в руки именно смартфон и только смартфон. Эту акцию, по сути, можно назвать смартфоно-шоппинг. Почему? Я вам сейчас объясню. В этот раз для того, чтобы купить смартфон, вам уже понадобится смартфон. Ведь ссылку на товар вы сможете получить только лишь сосканировав специальный QR-код. Что за QR-код? Сейчас я вам все продемонстрирую. В скором времени на нашем сайте появится специальная новость, отведенная этой акции. В ней будет представлено множество различных позиций. Каждый из товаров будет иметь свой специальный код. Для того, чтобы получить ссылку на товар, вам нужно сосканировать этот код. Вот каким образом это можно сделать. Берете в руки свой смартфон, заходите в Play Market, вводите в поисковой строке надпись QR-код. После этого скачиваете первое попавшееся приложение. Далее заходите в скачанное приложение и сканируете код нужного вам товара. Вот как это все выглядит. После того, как приложение сосканировало код, с помощью уже установленного браузера вы переходите по ссылке. Вы спросите, как я смогу получить цену в 6 баксов. Никак, тут уже рулетка. Кто-то сосканирует код и получит просто низкую стоимость на товар, а кто-то получит цену в $6. Кто станет счастливчиком, решает AliExpress случайным образом. В общем-то, это самый интересный момент в этой акции, но мне есть что еще сказать. В этот же день множество магазинов на AliExpress будут предлагать низкие цены на свои товары. Перечень этих товаров не такой и малый. Из интересных могу отметить Umi Iron, Lenovo Catry Note, Xiaomi Mi 4i, Dugi RX 100 Pro и так далее. По моему мнению, самая интересная цена будет на Umi Iron абсолютно для всех. В этот день она составит $159.99. Все остальные цены на другие продукты я оставлю в описании и в комментариях. Что же вам делать дальше для того, чтобы участвовать в акции? В скором времени на нашем сайте мы публикуем специальную статью. В этой статье мы укажем время начала акции, стоимость на каждую позицию, разместим каждому товару соответствующий QR-код. В общем-то, в этой статье будут все подробности. От себя могу сказать, что для тех, кто заинтересован в покупке смартфона, стоит дождаться этого дня. Вдруг повезет купить смартфон за копейки. Кстати, организаторы акции советуют добавлять товар в корзину, даже если вы не собираетесь его оплачивать. В этом случае поднимается шанс получить шаровую цену. В общем, все детали будут в новости на сайте. Желаю вам удачи 25 августа. А сейчас добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте. С вами был Андрей Кофтун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android.